Книга «Открытым оком», второй том, вопрос 772, тема взаимоотношений. Есть ли человек, который является для вас авторитетом? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Что вы имеете в виду, библейский персонаж или из живущих ныне? Христос был действительно человек, Филиппийцам 1:21. Ибо для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение. Но вы, очевидно, имеете в виду простых смертных. Таковым для меня является апостол Павел, который говорит 1 Коринфянам 4:16. «Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу». Из святых, конечно же, не Сундар Сингх, и не Елена Уайт, и не Мартин Лютер, и не папа Иоанн Павел II, и не протопоп Аввакум, хотя от каждого из них я что-то взял, особенно много от последнего. Иоанн Златоуст для меня как маяк, хотя я также не во всем согласен с ним, и конкретно с монашеством, которое он принял, но это уже издержки византийщины, захватившей и его. Из живых людей, живущих ныне, нет никого, кому бы я во всей полноте хотел бы подражать. Мне нравятся спины бегущих впереди меня, и даже те, кто наступает мне на пятки. Мне нисколько не импонируют толстокожие и толсторожие, сонные и монотонные. Мне близка по духу, не по монашеству. Мать Тереза Калькутская, Билли Грэм. Из православных же никого назвать не могу. Лестовку и четки перебирать я и сам умею. Где здесь ни учителя не нужны. На этот вопрос я уже отвечал в первом томе о жизни замечательных людей, от которых я что-то отщипнул. Мне нравится жизнь по разуму, по уму, чтобы это переходило в мудрость во всем, духовном и телесном. Премудрости Соломона 7:28. Ибо Бог никого не любит, кроме живущего с премудростью. Я никогда и никем в жизни не очаровывался, и никогда потому не разочаровывался. В отношении же себя слышал это от многих. Эти разочаровавшиеся после никак не хотели пойти на контакт, чтобы в беседе разобрать, кто из нас виноват. Я обратился к Богу по Евангелию в доме Еремеева Михаила Александровича и Анны Матвеевны, его жены. Они были бездетные, и он совсем по-мирскому малограмотный проповедник, шофер. Но они преизобиловали гостеприимством, поиски новых людей, кому бы открыть истину. И я с первого дня стал просить у Бога дара такого, какой был у них, и их жизнь как под копирку отразилась в моей.